Привет. Расклад на картах Ленорман на судьбу. И он для вас актуален, когда вы его нашли на моем канале. Приглашаю на расклад. Желаю счастья. Здесь вы посмотрите, что вам по судьбе. Вы просмотрите ту ситуацию, которая сейчас у вас, относительно того, что перед вами. Конкретно загадываете то, что вас интересует. И я расскажу, как сумею. Итак, я вначале выложу расклад, потом буду раскладывать. Коса, корабль. Солнце, кольцо, рыбы. Угу. Вот эти позиции – это главная часть Кельтского креста. Она показывает, что было, что будет. Атмосфера. Главная карта – это атмосфера. И еще четыре позиции. Следующая позиция – кто вы по мнению высших сил, как вас видит Вселенная, что вам нужно знать о себе. Следующая позиция такая. Что вам нужно знать о себе? Это, кстати, очень самое главное, пожалуй. Когда вы о себе все знаете, вы имеете путеводитель, да, о себе, как жить дальше. Ой, букет. Вселенная видит вас со знаком плюс, что вы рождены для счастья буквально. А карта всадник – это другие люди в вашей жизни. Кто они и... как вам с ними взаимодействовать. Потом страхи и надежды. И последняя позиция – это итог, вывод расклада. Итог и вывод. А, ну вот расклад выложен. Давайте мы посмотрим с вами вместе. И... в раскладе 10 позиций, но первые две позиции выражаются в одной карте коса, именно в этой версии Кельтского креста. Можно брать две отдельные карты, но иногда так бывает, что одна карта все скажет. И действительно, карта коса – это, во-первых, номер карты, посмотрите, да? Он говорит о том, что вы едины со Вселенной, потому что 10 – это единица. И поэтому на первую, вторую позицию я взяла одну карту. Вы едины со Вселенной. Карта единения. Показывает, что первая позиция, это как там накрест идет. А что может помешать? Ничего не может помешать, потому что вы едины со Вселенной. Но это как бы одна сторона медали. Другая сторона медали, что вы сами себе можете помешать. Потому что коса – это атмосфера всего расклада. И видно, что у вас сейчас какая-то острая ситуация. Вы давно не можете прийти к общему знаменателю с кем-то или с собой. Может быть, острая ситуация из-за потерь, денежных потерь, каких-то бытовых или семейных, или творческих, да, потерь по работе. Может, вы вообще потеряли все, потому что пришлось уехать из сложной ситуации. Какие-то были угрозы, неприятности и драматические ситуации, которые сложились в том месте, где вы жили. И коса – это, знаете, как обнуление. Вам пришлось все начинать с нуля. Мне пришлось дважды начинать все с нуля. И я вам скажу, не такой страшный черт, как его малюют. Даже наоборот. Вот с нуля начинала, ни денег, ничего абсолютно. И специальность дурацкая какая-то, да, была у меня. Но ничего. И любой человек, который вот эту косу поймет, как жизнь может казаться опасной, как по лезвию ножа, но в то же время интересной. Когда есть что-то новое, когда есть неудобно, коса-то неудобно, остро, опасно, и это двигает вас вперед. А то, что было, две карты, корабль и солнце. Корабль показывает на фундамент, с какой судьбой вы родились. И показывает, что перемены. Вот видите, вам по судьбе было написано поменять место жительства. Потому что корабль – это вообще, когда вас вот выдернули, да, как дерево, и пересадили в другом месте. Ну, конечно, надо прижиться, надо время. Карта солнца говорит о том, что уйдет, никогда не вернется больше. Но вот это солнце – прошлых каких-то переживаний. И солнце – это радостные переживания. Радость, как и печаль, уходит, да, навсегда, и не возвращается. Конечно, в Кельтском кресте все позиции сравниваются.
И в будущем у вас кольцо и рыбы. Поэтому если бы в будущем были плохие карты, а в прошлом солнце, я бы сказала, да, было хорошо, станет хуже. Но в данном случае все хорошее идет дальше и становится еще лучше. Потому что позиция сверху кольцо, это позиция то, что может прийти. И может прийти новый человек, любовь, выполненные обещания, лучшие финансы, когда вы можете даже себе кольцо купить, то есть у вас есть все. Хорошая зарплата, финансы прекрасные. Вот это может прийти к вам навсегда, остаться с вами. Ну а рыба – это, конечно, любовь и деньги. Вот у вас это все будет, потому что вы уехали, не испугались трудностей, не испугались нового начала. И Вселенная таких людей очень любит, потому что эти люди обычно выживают, эти люди обычно двигают прогресс. И рыба – это удобное положение. Вам Вселенная даст удобное положение для хорошей жизни. Даже можно сказать, очень хорошей жизни. Вы, по мнению высших сил, букет – это человек красивый, здоровый, умный, счастливый. Ну, это все самое лучшее. С высокой энергетикой. На вас нет никакого негатива. А другие люди – это всадник. А другие люди могут быть острые, они могли уйти от вас. Потому что всадник – это как приход, так и уход. Кто-то пришел, кто-то ушел, люди меняются. У вас меняется круг друзей, круг знакомых, меняется все. Одни люди приходят, другие уходят. И, в общем, это вас никак не задевает. А даже наоборот, что вы становитесь сильнее, потому что опыт с разными людьми вас делает человеком, который может найти себя в любой ситуации и договориться с любым человеком. Карта звезды, мечты и надежды, ну, или страхи, да, такая позиция, говорит, что все ваши мечты сбудутся однозначно. Все, что вы мечтаете, самые сокровенные мечты, или на каждый день, все исполнится. И у вас светлый путь. У вас солнце и звезды в этом раскладе, это расклад счастливый, заговоренный на удачу. Потому что в редком раскладе звезды и солнце выпадают вместе, понимаете, да? Вот, если мы идем дальше, мы с вами видим, что в раскладе присутствует карта вывода, итога, и это карта змея. В данном случае, потому что змея рядом с картой звезды, это мудрость, умение начинать сначала, потому что змея, она выращивает новую кожу, когда старая кожа для нее маленькая, то есть вы идете дальше по жизни. Это умение, знаете, не выживать, а наоборот, strive, как бы это переводится как быть успешным, потому что перемены. Вы идете в ногу с переменами, это дает вам успех. Мудрость, успех, ловкость, изобретательность. Змея – это свежая кожа, это возможность иметь свежий взгляд на жизнь. Такие люди обычно очень богатые, которые не зацикливаются на том, что было, а работают с теми ресурсами, которые дает жизнь. Это змея. Так что в данном случае карта хорошая, но у некоторых может проиграться как какие-то страхи, вам нужно побороть все равно в себе. Змея может страх обозначать, какую-то фобию, да, избавиться от чего-то лишнего. Или люди могут быть змеиные, зачем они вам? Я сейчас карты собираю. Расклад я заканчиваю, но это литургический сбор, на нем лучше поприсутствовать, конечно. Желаю вам счастья, здесь цветы такие красивые, да, которые заговорены на удачу. Пусть у вас все будет хорошо. А у меня есть уроки по этому раскладу. Кельтский крест – самый лучший расклад. И эти карты самые любимые у моих подписчиков. Они всегда говорят правду. Я хочу сказать со своей стороны, что я Лена, кто не знает, мое такое брендовое название Ко Лена, я живу в Канаде, и я с удовольствием делаю для вас расклады, я астролог и таролог и гомеопат. Подписывайтесь, потому что это для вас полезно и выгодно. Оставьте лайк, он ничего не стоит. Кстати, подписка же тоже ничего не стоит, правда?
Но если у кого-то, редко у кого, но все-таки, у кого-то появится желание мне раз в месяц послать мини-донат на чашечку кофе, я буду очень рада. Огромное спасибо. Вы мне ничего не должны. Вы хозяин-барин, но если вы согласитесь это сделать, я буду очень благодарна. Я вам покупаю чашечку кофе каждый день, потому что каждый день вот даю такую вам таро-терапию и показываю будущее. А как можно послать мне мини-донат? Это на моем сайте. Переход на сайт очень простой. Нажать на название канала. Вы окажетесь у меня на канале. Это очень легко сделать, это очень надежно, потому что вы на платформе YouTube. Дальше нужно пойти на О-канале, там будет переход на мой сайт. Мой сайт называется kolenatarot.com. А еще переход на мой сайт есть под каждым видео в описании, такая гармошка, которая открывается. Ну, и там можно сделать небольшой донат, если есть желание. Люблю вас, обожаю, медвежьи обнимашки, вот такие медвежьи обнимашки с большой любовью к вам. Вот такие медвежьи обнимашки вам. И будем видеться. Пока-пока, мои дорогие.